Тем не менее, для любителей речных купелей есть хорошие новости. В Сургутском районе толщина льда малых рек позволила нескольким поселениям оборудовать проруби для крещенских купаний. Не будет купелей по решению местных священнослужителей только в 5 поселениях – в Угуте, Локосово, Лямино, Сытомино и в Белом Яру. 4 поселения, в которых будут и стационарные купели, то есть на территории церкви, а также будут и на реках. Это Сартыми будет на реке Нижняя Сартымка, в Тундрино будет на протоке Ионова, по-моему, в Лентори на реке Пим и в Рускинской тоже река, там, по-моему, Нефтромаган. Значит, проводится работа в плане измерения толщины льда, местности, соблюдения определенных требований. Обязательно должен будет пост дежурный. Значит, у нас для этих целей будут организованы 15 пунктов обогрева возле каждой купели.